Пилот Купер, Андерсон мертв, но если нам удастся наладить связь с флотом, мы сможем завершить его задание. Впереди есть астрономический маяк, он может нам пригодиться. Надеюсь, что кто-то из своих окажется на связи. Есть лишь один способ это проверить. Выполним свою задачу. Пилот, я вижу впереди нас маяк. Сканер фиксирует минимальную мощность. Потребуется ремонт. Внимание, фиксирую несколько объектов. Обнаружен противник. Ловцы, похоже, запрограммированы на штурм комнаты управления. Внимание! В тумане обнаружены следы ядовитых химикатов. Что это за туман? Сканирую. Туман представляет собой токсичный выброс энергосистемы маяка. Рекомендую вам находиться в кабине при содержании в атмосфере более чем миллионной доли втористого вольфрама. Садитесь в кабину и отправляемся. Включаю режим пилотирования. Пилот, я обнаружил бойцов ополчения в комнате управления. Маяком. Они передают сигнал бедствия. Подключаю. Эй, там! Прием! Пилот! Ты нас слышишь или нет? Нам требуется помощь! Это капитан Коул, третий гренадерский отряд ополчения! К нам ловятся ловцы! Помогите! Рекомендую помочь им уничтожить ловцов, а потом напрямую связаться с пехотой ополчения. Мой корпус весит 40 тонн и больше подходит для устранения ловцов. Угроза нейтрализована. Отлично. Эта победа подняла коэффициент вашей эффективности. BT-7274 силам ополчения. Все угрозы нейтрализованы. Вы нас спасли! Эти ловцы все перли и перли. Долго бы мы тут не продержались. Открываем наружный шлюз. Заходите. Пилоты Титана, подъемники. Маккор, поднимай, выполняй. Пилот, рекомендую покинуть, как капитан. Что там с маяком? Нет питания. Контроль над маяком утрачен. Чтобы перезапустить систему, нужен вот такой прибор. А то этот накрылся. Классификация – дуговой инструмент. Функция – выработка до 5 мегаджоулей энергии. Да, да, мы знаем, что это. Почините его. К сожалению, нет. Сенсоры показывают, что на подстанции есть еще один, но спуститься туда почти нереально. Не годится этот маяк для людей. Понял вас. Пилот Купер, рекомендую соблюдать осторожность при перемещении по подстанции. Вы должны найти дуговой инструмент. Удачи, сэр. Надеюсь, вы вернетесь. Мы слишком многих там потеряли. Диметра была для нас большой победой. Удачи, пилот.
Марвин, Дельта 7, 3, Зулу. Просьба прибыть в сектор Браво 7. Жаль, я не знаю, что там внизу, но мы очень на тебя рассчитываем, пилот. Кому обращается этот динамик? Вряд ли эти жестянки понимают наш язык. Кто знает. Мы делаем все возможное. Кажется, они могут втянуть голову внутрь, как черепахи. Вот почему их так трудно убить. Пилот, начинается новая группа ловцов. Мы сдержим. Последний пилот в нашем отряде пошел туда пару часов. Пилот, я подключил сеть дисплея вашего шлема для наблюдения. Если вам потребуется помощь, канал открыт. DT, что это тут со стенами? Сканирую. Неизолированные силовые цепи. Контакта с ними следует избегать. Продвигайтесь вперед с осторожностью. Понял. DT, напомни, что я тут делаю. Вы должны забрать дуговой инструмент. С его помощью мы сможем запустить систему питания и восстановить работу маяка. Мои сканеры фиксируют энергосвет инструмента на подстанции.
Взлом произведен. Вентиляция отключена. Не бойтесь. Прыжковый модуль смягчит падение. Безопасности. Радиатора 50%.
идите скорее в комнату управления. Вас ждут. Рад вас видеть, пилот. Вышло впечатляюще. Пилот вернулся и, похоже, притащил дуговой инструмент. Мы еще свалим из этого ада. Отлично, пилот Купер. Теперь можно запустить энергоснабжение маяка. Кабель в порядке, капитан. Рад, что вы вернулись, сэр. Как раз вовремя мы восстановили систему, осталось лишь подать питание. Пилот, силовые реле в камере отключены. Вы сможете запустить их вручную с помощью дугового инструмента. Я надеюсь, что инструмент стоил всех мучений. Осторожно, выявлен высокий уровень радиации. Костюм даст вам лишь временную защиту. Рекомендую двигаться быстро. Я бы там не задерживался, иначе можно не слабо так поджариться. Ладно, открываю дверь через 3, 2, 1, вперед! Питание восстановлено. Отлично! Питание есть! Открыть заслонки! Запускаем маяк! Открываю заслонки! Диагностика завершена. Мощность 100%. Перенастроить наведение антенны. Запущена перенастройка модуля наведения. 50%. 70%. 80%. 90%. Внимание! Выявлен код. Аварийное отключение. Что вам случилось? Отвечайте! Неясно! Какая-то охранная система! Капитан, модуль наведения отключен. Проклятье, держу пари, АМС на подходе. Разумное предположение. Маккорд, можно обойти этот модуль? Нет, сэр, если только мы не хотим отправить сообщение всему флоту АМС. Придется чинить этот модуль вручную. Пилот, теперь вся надежда на ваши таланты. Похоже, пилот, придется нам еще раз прогуляться в пекло. Устранить неполадку на месте и вернуться сюда как можно быстрее. Включаю режим пилотирования. Будьте осторожны. Мы уже потеряли там немало отличных бойцов. Сканеры обнаружили тело пилота. Он зафиксирован в моей памяти как превосходный боец, достойно проявивший себя в ходе операции «Излом». «Излом»? Что-то знакомое. Согласно моим данным, во время операции «Излом» вы получили сотрясение и потеряли память. Это была крупная операция по добыче топлива и одна из первых для вас в качестве стрелка. Черт.
обнаружили действующий модуль наведения 428 метров к северо-востоку. Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Ветер 3 узла, направление 274, дистанция 95 метров, вес бросаемого объекта 89 килограммов. Доверьтесь мне. Хороший бросок. Рад помочь, пилот. Удачи вам там. Рихтер, это близко. Я-то слышу. Этот чертов пилот пытается наладить маяк. Разберись. Рассчитываю на тебя. Конец связи. Всем силам безопасности, это Рихтер. Быстро к маяку найдите этого kleine Mann und lass mich nicht hängen. Принято. Зулу-1, Кило-1, начинайте. Альфа-2, спускайте бойцов. Вперед! К вам десантные корабли АМС. Кто-нибудь его видит? Я вижу пилота, вон там!
Тихо, огонь по цели, Кил-1-4, замечен вражеский пилот, движется к вам. Как слышите? Кил-1-4, вы меня слышите? Кил-1-4, прием! Внимание всем, Кил-1-4 не отвечает. Готовьтесь к столкновению на четвертом маяке. Принято. Мы на четвертом маяке, готовимся к перехвату. Выпустить ловцов!
могу вести огонь. Цель куда-то исчезла. Кто ее видит? Никак нет! Не вижу! Обнаружен модуль наведения. Проверьте дисплей. Зула 1-6. Группа на четвертом маяке уничтожена. Возможно, пилот пытается провести оттуда передачу. Зулу 1-6 Рихтеру. Намерения пилота неизвестны. Возможно, пытается увести нас от Титана. Дай, займитесь пилотом. Насчет Титана у меня другие планы. Переместите антенну до упора вправо, чтобы добраться до нее. Альфа-2-1, он уже убит. Доложите ситуацию. Рихтер, нам нужна поддержка. Пилот врага все еще действует у маяка 4. Поддержка? Тюпиша АМС Швахков. Высылаю поддержку. Излучатель антенны.
Я вижу пилота, вон там! Модуль наведения маяка отключен. Директива 2, статус задания обновлен. Модуль наведения получен. Ожидаю вашего возвращения, Губен. Внимание! Переход в сервисный режим. Альфа-2-1, доложите ситуацию! Ну же! Вас зум Тойфель! У противника противотитановое оружие. Запрашиваю помощь. Возвращением, Губер, рекомендую произвести зачистку зоны перед началом ремонта. Творец уничтожен. Угрозы устранены. Зона безопасна. Вы в порядке, пилот? Почти. Но было жарко. А ты как, Бити? Отчет о повреждениях. Все основные системы работают нормально. Несмотря на вашу самооценку, уверен, что вы бы заслужили похвалу капитана Ластимозы. Спасибо. Про
Протокол 2. Статус задания обновлен. Заменить модуль наведения. Разъем для модуля находится наверху антенны. Требуется перемещение броском с последующим самостоятельным подъемом. Разъем для модуля находится наверху антенны. Требуется перемещение броском с последующим самостоятельным подъемом. Пилот, нам нужно установить модуль. Будете готовы, поднимитесь на мою руку. Слушаю. Кейн и Эш мертвы. Кто-то убивает твоих наемников, и, похоже, у него одна из наших раций. Я знала, не стоило тебе нанимать этих недоумков. Привет, пилот. Это Кубен Блиск. Ты ведь слушаешь нас? Хочешь быть героем, значит? Ну ладно. Давай, если шило в заднице. Но на твоем месте я бы так упорно не лез на рожон. Дольше проживешь. Антенна автоматически придет в правильное положение после установки модуля. Попался.
пилот! Антенна снова работает! Возвращайтесь, и мы отправим наше сообщение флоту! Прекрасная работа, сэр! Рихтер, это близко. Я уже иду туда. Конец связи. Перехватите и уничтожьте этого пилота, а потом убейте оставшихся ополченцев. Жнецы на подходе. Бойцы ополчения, заблокируйте комнату управления. Обнаружен противник. Принято, сейчас сделаем. Будем помогать вам отсюда. Аномалия. Возможно, вражеский титан. Слушайте, Аймси, я тут думаю, кого повысить в звании, а еще думаю, кого убить. Решайте сами, кем быть. Умдет Махтинга. Ядро макро готово. Ядро активировано. Дайте ему уйти живым. Титан врага у нас. А, вы все заслуживаете смерти. Посмотрим, на что ты способен в честном бою. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Ну начнем, дурый идиот. Ты nicht wahr, kleiner Mann? Системы норм.
Винье, запускай! Есть, сэр. Процедура передачи запущена. Работай. Мощность сигнала 25%, и она растет. 60%. Пока порядок. Почти. 80%. Мощность сигнала максимальная. Можем начинать передачу. Передается поток данных. Ожидание отклика. Надеюсь, хоть кто-то там еще уцелел. Понял. Говорит командир Сара Брикс, отряд мародеры РСП ополчения. Назовите себя. Командир Брикс, говорит BT-7274. Директива 2. Выполнить задание. Передача данных флоту, закрепленному за РСП. Принято. Рада слышать, что с вами там все в порядке. Мы сейчас принимаем ваши данные. BT-7274. Твой регистратор зафиксировал смерть прежнего пилота. Верно. Капитан Тайла Стимоза погиб в бою. Теперь я закреплен за временным пилотом, стрелком Джеком Купером. Погоди-ка. Ластимоза закрепил тебя за стрелком? Да, у него не было выбора. Хорошо. Мы скоро передадим тебя опытному пилоту. Возражение. Мой пилот Купер. Коэффициент нашей боевой эффективности превышает 90%. Запрашиваю разрешение сохранить закрепление. Тебе повезло, что мы в трудном положении, Бити. Разрешение дано. Это большая похвала со стороны машины Купер. Ваши данные сканирования Ковчега помогли нам найти его энергослед. Он тут, на Тифоне, на базе АМС. Времени в обрез. Начинаем! Начинаем!